Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 15, урок 3. Найди зависимость между переменными x и y и заполни пустые клетки таблицы. Запиши формулу этой зависимости. Зависимость такова, что y равен x минус 2. Если от 5 отнять 2, то мы получим 3. 7 минус 2 будет 5. 13 минус 2 будет 11, 14 минус 2 будет 12, 32 минус 2 будет 30, 40 минус 2 будет 38, 91 минус 2 будет 89. Формула данной зависимости такова. Y равен x минус 2. У вас возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.